понять. Ты знаешь, сколько страхов родительских отработается, что у нас неуемный ребенок, а как мы вроде бы пойдем. Зато тут мы как бы с тобой сидел. Все сразу поймут, что если бы шпильгельщик, они там друг друга так ем. Пусть вот жизнь, что ты? Распланируй, чтобы взять ее, ну, так, чтобы... Сейчас. Есть что-то такое.